Как быстро помыть окна без разводов и газеты? Покажу способ, который я открыла для себя недавно, но он мне очень понравился. Нам нужна столовая ложка моющего средства для посуды и 2 столовых ложки уксуса. Уксус я беру винный, он не такой ароматный, как 9%. Раствор я делаю в теплой воде сразу в 2 емкостях для чистого и грязного мытья. Чем хорош этот способ? Он не только очищает стекла, но отлично вычищает рамы, стыки и убирает всю грязь. Я смываю всю грязь, а потом еще раз прохожусь, но уже с чистым раствором, и с улицы ничего не полирую. То есть ты протираешь, оно высыхает, весь этот раствор, и даже не остается разводов вообще, то есть даже тряпка не нужна, ничего не нужно полировать, а просто высыхает уже без разводов. Надеюсь, было полезно, спасибо за лайк и не забывайте подписываться.